Всех приветствую, с вами Нелис, и знаете, я решил немного отдохнуть от туториалов и новостей, потому что я хочу попробовать записать просто разговорное видео о том, что сейчас вообще происходит в мире Geometry Dash. И да, в предыдущем видео я говорил то, что следующий ролик будет уровня от подписчиков, но если честно, я их бы уже сейчас бы выпустил, но из-за некоторых проблем я решил отложить это. Ну и давайте я все-таки поставлю на фоне геймплей, думаю, так вам будет привычнее. Так вот, те, кто давно меня смотрят, помнят, наверное, мой старый видос, там, где я говорил о том, что RobTop не добавляет нормальные фанмейд скины. Даже когда есть хорошие варианты. Но потом, когда я узнал, что сейчас, оказывается, проводится конкурс, и каждая хорошая иконка может попасть в следующее обновление, я, естественно, сразу обрадовался и скрыл видео. И просто начал с нетерпением ждать результатов. Сначала видео было про кубы, дальше кораблики и НЛО-шары, в самом конце были волны, роботы-пауки и свинг-коптеры. И пока я ждал последнего отбора скинов, я увидел ютубера, который довольно неплохо делает иконки. Его зовут Назардон, его работы вы видите прямо сейчас. Как вы думаете, приняли эти коптеры? Ладно, без всяких рофлов, нет, не добавили эти иконки. Зато знаете, какие приняли? Да, я, наверное, достал вас оставлять этот смех, но мне кажется, что он отлично подходит к тому, что вы только что видели. Но давайте вернемся к сути. Возможно, там отправили слишком много иконок, поэтому многие были не приняты. Но можно же было перестать принимать скины чуть раньше, а остальные дни просто проверить все присланные иконки. Возможно, что-то не понимаю, но мне кажется, это не так сложно сделать. И, если честно, мне просто нечего сказать по этому поводу, поэтому давайте будем заканчивать. Это видео было, так сказать, экспериментом. Если вам понравится именно такой формат, а не какие-то туториалы, то ставьте лайки. Надеюсь, вы покажете, нужно ли такое снимать дальше. Ведь следующие видео будут не такие короткие. Ну, а пока что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Нелис, всем пока.